Тиаго, тебе предстоит бой с Джоном Джонсом. Его считают лучшим бойцом всех времен. Каково тебе, физически и психологически, готовиться к такому поединку? Я чувствую себя хорошо. Я его не боюсь. Для меня он просто... просто человек. Самый обыкновенный человек. Как и у всех, две ноги и две руки. Так что, для меня он на один укус. Я его сломаю. Позволь, я задам тебе вопрос про Тиаго. Я спросил, сможет ли он тебя побить, если он тебя не нокаутирует? То есть, единственный ли это способ победить? Он сказал нет. Говорит, что может побить тебя и за 5 раундов. Для него нокаут — это единственный способ победить тебя. То, что он уверен в себе, это хорошо. Хорошо, когда человек верит, но не верю я. Я считаю себя более техничным и более полноценным бойцом. Но мы выйдем и выясним это, мне придется это доказать, как делаю и всегда. Всем привет! С вами Свежинцев Роман, а значит, вы смотрите канал True Gym. 7 июля самый неоспоримый чемпион UFC в полутяжелом весе и один из лучших бойцов ММА за все время Джон Джонс будет защищать свой пояс против грозного нокаутера Тиаго Сантоса. Перевел для вас крутое промо к этому поединку от наших друзей Draced Studios. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу шансов Сантоса. А также не забывайте ставить лайк за мой четкий перевод. Приятного просмотра, друзья! Спонсор показа – компания OneX. Это всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду TRUEGYM ты получишь крутой бонус до 6500 рублей. Все ссылки в комментариях под этим видео. Переходи и регистрируйся. Уже давненько никто не сходит с ума, когда кто-то собирается драться против Джонса. Но знаешь, типа, а что он сможет? Например, вспомним лучшие годы Андерсона Сильвы. Ну и кто же против него выйдет? Да нет никого. Пока не пришел Уайтман. Кого бы ни ставили против Сильвы, все думали, а что же он сможет? И мне кажется, сейчас точно такая же ситуация с Джонсом. Он не будет драться дико и бездумно, как это было пару лет назад, полагаясь на взрывную силу и неудобные углы. К нему теперь даже не подойти. И его боятся. Тиаго Сантоса я вижу как самого опасного противника для Джонса. Я люблю бои Тиаго Сантоса. Люблю. И хотел бы посмотреть его против Джонса. Этот бой необходим. Сейчас он активен. Это время Джонса. И он уже долго остается чемпионом и лучшим в мире. И сейчас он на трассе. И я думаю, что его длительное отстранение после пробы на допинг, и все это время, пока он бездействовал, не зарабатывал то, что должен, и из-за того, что его наследие опорочено, я думаю, сейчас он все нагоняет. Удар Тиаго вырубит свет любому, и сам он об этом прекрасно знает. Он не останавливается ни перед чем. Он остановил нескольких полутяжей, и это выглядело потрясающе. Он побил Энтони Смита так, как я еще не видел. Побеждает Тиаго Сантос. Ну интересно, сможет ли он достать Джонса? У Джонса одна из лучших защит. Борьба и грэплинг, и ударка. И его не могут ударить. И он не уходит, он просто стоит прямо перед тобой. Он стоит на месте и даже не собирается двигаться назад. Это жестко. Как только ты хочешь взять перерыв, сделать глоток воздуха, он начинает бить. Бьет по ногам, бьет по телу. Снова и снова. Он не замедляется. Это хищник. Я могу сказать без всяких сомнений, Джон Джонс – лучший чемпион в истории UFC, в истории полутяжелого веса. И это конец. Джон Джонс.
Мне кажется, этот бой интересен. Да, Джонс должен быть фаворитом. Гигантским фаворитом. Но это не значит, что будет неинтересно. Из-за стиля Тиаго. Ведь он охеренно дикий. Он бьет и удар достигает цели. Он его финиширует и рефери останавливает бой. Этот парень действительно большой, с охеренно огромной силой. Он просто рубит. И эта рубка, она дикая. И это конец. Тиаго Сантос оформляет нокаут. Тиаго Сантос не просто так набил себе молот на груди. Есть причина. И бой окончен. Тиаго Сантос побеждает. Джонс не собирается драться, так как это привык делать Тиаго. Он будет выбрасывать навстречу удары ногами. Будет входить в клинч, бороться и ронять на пол. Ведь его граунд энд паунд беспощаден, так же, как и его сабмишены. Джон Джонс одерживает очередную победу. Чемпион полутяжелого веса. Сабмишены, удары на земле, удары локтями. Настоящий ад. И он его уже почти финишировал. Это больно. Джон Джонс бьет снова, снова и снова. И этот бой окончен. Мне кажется, что в этом поединке Джон Джонс не даст разгореться пожару. Но все же, это вполне может произойти. Джонс против Сантоса.